Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Петра и Павла. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память мучениц Миндоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла, послушливого Печерского в дальних пещерах, преподобного князя Андрея, виночества Ясофа Спасокубинского, апостолов от 70 Аполлоса, Лукия и Климента, мученика Варипсава, благоверной царицы греческой Пульхерии, святителей Петра и Павла Никейских, праздника собор Липецких святых, священномученика Уара Шмарина, епископа Липецкого и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.